торпеда, видите, сорвана. Вот она, елки-палки. Вот она, я ее вижу. Ни хрена себе. Такого еще не было экшена. Елки-палки. Вот это номер. Саня! Это ж надо так попасть было. Так слышишь, и пробило кузов или что получается? Масса большая. Получается, кузов пробило, да. Перегородку моторного отсека пробило, получается. Я как раз да не, ну это... Где, в салоне ты был? Да. Блин, так ты еще опаснее, чем я в салоне, да? Так, друзья, смотрите, Макс стоит на бревне. И дальше бревно вот. Дальше бревно сорвало торпеду. И вот оно торчит, смотрите, это просто жесть. Тут вон все сорвало, здесь. И консоль раком стоит. Вот такие бывают у нас истории на ровном месте.